Добрый вечер, дорогие мои юные друзья! Сегодня я продолжу читать вам рассказ «Заяц Коська и родничок». Но тут утро наступило, рассветать стало. Туман от реки поднялся, потом в облако превратился. Попробовал заяц Коська свой голос. Хрипит, но ничего, разговаривать можно. «Эй, родничок, где ты?» – крикнул он. «А я тут!» – послышался голос откуда-то сверху. Посмотрел Коська на лозовый куст. Нету там родничка. Посмотрел на вершину дуба. Тоже нету. Только облачко плывет в небе. «Да где же ты?» – удивился Коська. «А тут я!» – ответила облачко. «Днем меня солнце пригрело, на рассвете я туманом стал, а теперь в облачко превратился». «Так ты и летать умеешь?» «И летать умею. Ну как, побежим дальше?» «Я домой пойду», – сказал заяц Коська. «У тебя ног нет, а бегаешь, крыльев нет, а летаешь. Не буду я с тобой на перегонки бегать». «Ну, тогда до свидания», – засмеялся родничок. «Прощай», – сказал заяц Коська. «Улетишь ты в неизвестные края, не увижу я тебя больше». «Увидишь», – пообещал родничок и полетел облачком в далекие края. А Коська домой пошел. Мама-зайчиха ему строгий выговор сделала за то, что всю ночь бегал. Сестренка язык показала, а брат подзатыльник дал. И стал заяц Коська опять жить-поживать, про все узнавать, кто да что да зачем. А когда лето к осени повернуло, пошел Коська к знакомой Раките. «Дай, — думает, — на родничков дом посмотрю, опустел он». Пришел, а из ямки под ракитой родничок выбегает, словно и не был нигде. «Это ты?» – удивился заяц Коська. «И я?» – сказал родничок. «Здравствуй!» «Как же ты так назад вернулся?» «А так и вернулся», – сказал родничок. «Из ручейка в речку, из речки в туман, из тумана в облако. Летал я, летал, на луга, на поля и леса насмотрелся, зверей разных повидал. Потом холодно вверху стало, превратился я в дождь, упал на землю, тебе, зайцу Коське, шерстку помыл, да домой под землю. Теперь вот опять попутешествовать решил. Ну как, побежим на перегонки?» «Нет, — сказал заяц Коська, — больше я с тобой бегать на перегонки не буду. Я лучше на огороды пойду, может, там тетенька морковку забыла». Вот так и кончился спор зайца Коськи с родничком. А там и зима наступила. Коська полинял и из серого белым стал, а родничок из тучи снегом второй раз вернулся на время, до весны, в сугроб превратился, так что и не различить теперь сразу, где родничок, а где заяц Коська. Оба белыми стали. Вот такая история, дорогие мои юные друзья. Ну а сейчас посмотрите мультик и укладывайтесь спать. Пусть вам приснятся хорошие, добрые сны. До свидания, спокойной ночи.